Здорово, народ, с вами Альвинос, и в связи с тем, что наступило лето, у меня все, отдыхают, могут прекратиться видео, ну, точнее, какие-то паузы быть, может, там, на неделю, надо будет поехать к доктору с малым на обследование. В общем, если я пропаду, то не переживайте, ну, лето, жара. Ну, не всегда есть возможность сейчас записать, так что могут быть перерывы. Вот, ну, постараюсь, конечно, держать форму, записывать вовремя. Вот, ладно, к сути дела. Нашел такую сборочку, просто что-то вздумалось Терраферму Крафт вспомнить, вот, и нечаянно нарвался такая Терраферма Крафт Омега. Вот, она на версии 1.12. Вот, и чем она примечательна, что тут есть сервер. Сейчас я на него зайду. Так, вот я зашел на сервер. На данный момент я тут, по-моему, один, тут никто не играет. Сервер есть, вот он, работает. Что это вам дает? Это дает, что вы с друзьями можете прийти сюда и начать свою игру. Вот, тут очень много продавцов по всем модам. Они, как видите, покупают, продают и, насколько я понимаю, покупают все руды. То есть вы можете зарабатывать деньги, конвертировать одно в другое. Тут я режим креатив включить не могу. Тут есть вот драконы там, по-моему, сидят. Где-то драконы тут есть. Тоже торгуют драконы. Короче, по всем модам есть продавцы. Вот, на самой базе вы тут ничего сделать не сможете. Тут вот, как говорится, видите, даже все защищено. Вот, то есть, если вы хотите поиграть с другом и вам нужен сервер, то, ну вот, пожалуйста, сборочка. Она хардкорная, ну, довольно-таки хардкорная для этого мода Терраферма. Вот какие-то тут, ну, всякие продавцы есть, что ты продаешь. Нет. Ничего, этот ничего. Тут наверху, может, что-то есть. Ну, взять вы вряд ли что-нибудь сможете. Вот, бочки там всякие. Ну, это все декорация. В общем, тут по всем модам есть продавцы, которые покупают с этого мода и продают. Также он, как видите, есть охрана, так что если вы попали ночью, а ночью, поверьте мне, тут еще тот хардкор, то вам есть где переночевать. То есть можете где-то построить базу, прийти сюда и тут уже тусоваться. Ну, чуваки, что вы продаете? Вот цветочки всякие, нужные, ненужные. Вот, ну, думаю, смысл понятен. Поэтому тянуть не будет. А, вот есть вот такие даже вот штуки, где можно, наверное, единственное, где вы можете что-то купить, продать, выполнить задание, получить какие-то плюшки. Так, этот ничего не продает, этот ничего. Ну вот, дальше на этом оставаться не будем. И нажимаем йод. Вот видите, тут кругом есть что-то у нас тут. Вот. Ладно, тогда я перехожу в синглплеер. Там чуть-чуть больше понятнее объяснить смогу всего. Также понимаю, что тут можно как-то получить. Я эту кнопку не нажимал, что-то очкую, но, в общем, как это? Можете купить себе сервер. Ну, лично свой приватный. Вот, ну что, переходим в синглплеер. Я уже тут создал мир, так что сейчас. Так, ну и добро пожаловать в мой мир. Я, в общем, в чем тут сложность? В отличие, я в креативе сразу же перешел не в играбельный период. Тут есть, как они называются, квесты. То есть, если вы не умеете играть, то у вас вот будет вот начало, тут кнаппинг, выливание первых оборудования всякое. Ну, как все делать, это кто знает Терраферму. Также есть тут вот фарминг, вот что-то я уже выполнил. Так, это я честно выполнял. Так, книга вроде бы вначале не выпадает, но вы ее легко можете сделать. Бук и палка. Вы скажете, как это легко, если бук и палка. Ну, дело в том, что в этом мире очень много монстров, и поэтому даже вот там, вот, наверное, видно здание.
Вот оно, здание, вот видите, есть вот эти вот, они ломаются, как это, мраморные Astral Sorcery, они ломаются прямо рукой. Вот есть Forestry, Glamour of Gaia мод, не знаю откуда вот этот вот, но он есть. Есть вот такие каменные стелы, где вы можете набрать, как они, ресурсы. Кроме вот этих вот терраформенных мобов, которые обычно в ванили появляются, тут ночью такое жуть, что тут надо найти, где жить. Вот, я нашел тут как бы палатку из серого, как он называется, из желтого, как он называется, желтый, блин, желтого, в общем, из желтого шерсти застряла. Вот. И, как видите, развился вот до такого. Кровать я нашел. Вот. Вот это вот тут было. Аркан архив. Вот сделал себе меч. Делается он так. Меч. Вот. Делается он из этих вот кристаллины, которые выбиваются из мобов местных. Вот. Ну, то есть, чуть-чуть тут развился. Этот чест развивался. Честно-честно. Вот, дальше, что у нас тут есть? В этой стороне у нас живет, ну, у нас, у меня живет так, как всегда, если кому интересно, Сид, вот, показываю. Кому интересен этот мир, стартуете вы где-то, ну, вот возле этого, где-то вот тут вот стартуете. То есть вот тут вот есть вода, там вот соль. Есть какой-то спавнер, я еще ни разу к нему не подходил, тут что-то спавнится. А что тут спавнится, я... Снег, то О. Тут вот такая-то штука летает, я к ней не подходил. Вот, а куда я доходил? Я где-то вот тут вот был, вот до сюда, вот тут есть. Знаете, вот такие блоки можете набрать. Где-то тут у нас живет... Вот такой вот домик я нашел. Видите, как он выглядит? Я пришел сюда. Тут вот живет такой визард. Его надо убить или... Вот видите, тут вот... Вот я его с помощью много жизни, я его вначале увел фиг знает куда. И захватил его дом. И потом, ну, много раз умирал. И потом просто-навсего по чуть-чуть много жизни затратил, но я его убил. Так, вот тут у нас где-то циклоп живет. Вот он, циклоп, у него есть овешки. Ну, циклоп это понятно. Вот. Есть вот такие вот интересные домики. А, вот еще один циклоп, кстати. Вот, я... Вот тут должен. Вот у нас циклоп. У него тут, как видите, много шерсти. И, по-моему, можно книги иногда найти. Да? Ну, если его, конечно, нечаянно расколхозить, короче. Вот, дальше у нас тут живут, в этой стороне у меня живут драконы. Вот, волки. Ну, кроме простых всяких, как они называются. О, еще один, блин. А это, вот этот мод я даже... Визарди. Электровизард. Фига себе. Но эти, я так понимаю, не злые. Ух ты. А я, то есть, отсюда сейчас выйти не могу. Ух ты, у нас тут какая-то руда. Салпадеин. А вы меня, визарды, выпустите, я ж креативе. Да, блин, я не хотел вас. Я не знал, что тут такое. Так, и этого еще убить надо. Выпустите теперь? Нет. Пока, я так понимаю, тебя не это самое. Ну, придется читерить, что я сделаю. Меня нету ничего. Мне показывать надо. Так, это не мое, это я нечаянно получил. Так, все.
Блин, еще один. Да сколько ж вас? Так, это не мое. Так, и так. И что? А как мне отсюда выйти? Я... О, выпустили. Так, так что будьте осторожнее. Попадете в такого, кстати, морковка. Этот. Вот тут у меня драконы. И вот смотрите, что творится. Вот такие всякие бегают вот эти вот товарищи. Вот зеленый дракон живет тут. То есть в эту сторону опасно идти. Тут у нас шахты заброшены, да? Прикольно. Вот, тут у нас какое-то так. Наверное, чтобы вам легче было ночью видно быть, было бы ночью. Я... Оплатенный джестик. Вот такие мобы ходят. И тут у меня где-то живет красный дракон. Где ты, красный? Вот он, красный дракон. Тут живет красный дракон, что-то он не на месте. Смотрите, сколько мобов спавнится, если в обыкновенном терраферме. А ты живой вообще? Спит. Вот. Очень много вот таких вот мест, где... Как они... Правда, неправильно они сформировались. Вот, то есть можете найти гнездо дракона и там вот набрать всякого вот бук, ну, для квестов. Может, как-то он по-другому еще вызывается. Вот, штаны. Кстати, штаны я нашел. Вот. Скелеты. В общем, тут, короче, ночью лучше не ходить. Вас тут убьют. Ванили, тут без проблем. Можешь бегать, там эти мобы на поверхности не спавнятся. Вот, а дальше еще есть. Ну вот этих вот очень много. Подожди. А как телепортироваться, я не помню. Ты ж вроде было раньше всю жизнь. А, это надо точку создать. Create point, да, hello. А что он точку не дает создать? Т, это точка. Ну ладно, создадим точку. Нет. Покусим был. А это что такое? Я даже не знаю, кто это такое. Ты кто? Примитивный моб, тролль. Вот, есть башни с вот этими, как они, не тролли, а визарди. По-моему, это она, хотя могу ошибаться. О, закрытый. А, не, это не она. Вот, Eyes of Fire и есть, я думал, их тут вряд ли найдет. А, вот тут деревни есть, допустим, у меня, если кому интересно. О, вот эти вот опасные штуки. Вороны всякие, это такой. Гарпия, вот эти вот очень опасные. И тут у нас есть, а где вход? О, чувак, здоров. Вот этот, Eyes of Fire, а, не, это Mousy Mobs, то есть тут. Короче, в этой сборке весело. А где-то чтоб был, или это не сюда пошел. Mousy Mob, ну, дракон. Еще один. Можно тут днем успеть залететь и ограбить. Так, я, наверное, не туда пошел. Вот, короче, сборка мне... О, а что ты летаешь? Ты ж спать должен. Так, как бы... Найт. Да нифига себе тут дракону. В общем, драконы тут, с ними лучше не связываться. А, вот он, Визарди, по-моему, да? Это ж Визард. А, этот чувак, по-моему, вам поможет со временем, да? Да, вот у него вы сможете всякое покупать полезное и не очень. И у него есть это. Вот, это Визарди. Тут есть, по-моему, и Мерсик. Чего-то только нету. Вот, чего тут только нету, кроме того, что надо. Так,
То есть эта сборка довольно-таки хардкорная, они мне на... Кого там? Могилы есть. Есть Coral Tombstone. То есть как вам повезет, с кем вы тут встретитесь и на кого нарветесь. Вон этих визардов. Мобья ночью... Ой-ой-ой, сколько. Это было... Деревни есть маленькие. Такие странные, но деревни. Так, это что такое? В общем, если вот так вот полазить по миру, если не боитесь, что помрете, то и материалов всяких наберете и прочее. О! Прикольно. Такое первый раз вижу. Это что? Пациент спел. Вот этого я не видел. Так, а где мой дом? Ну, домой, если что, я ТТПшнусь. В общем, думаю, кому нравится Terraferma Craft, но он был не очень-то хардкорный, стоит поиграть. Потому что, вот, допустим, что у нас тут есть? Сначала идет Terraferma, потом Building Gadget, Nether Far, Enchanting Room, Ботания, Термал, Industrial Foregoing, Креатив, это он. Креативы, Капаситор Танка, Креативы Энергии Сел, Blazing Stone. Да, вот Иммерсив есть. Ну, короче, тут модов хватает. Если заняться этой сборкой, то вот что-то вот эти вот все. Это же Калеонит. Ну... Вот этих я даже не знаю, кто они такие. Ну, в общем, я думаю, более-менее понятно. Моя не главная цель создать, объяснить, как в нее играть, просто показать сборку, что она такая есть. А, вот она моя дома. Вот. Я, конечно, тпшнуться туда могу. Вот тут появляются эти скрытые могилы, поднимем, там что-то набрать можно. Тут как используются и простые дрова, так и эти. Есть вот деревья терафермовские, которые полностью падают. Есть фермы из Вичеримент. Есть из Форестри. Так, вот оно место. А, видите, что тут творится? Только я вот не пойму, почему вот эти обвалились некоторые. Эй, вот она, душа ходит. Защитник таких могил. Вот, с рабочего материала до хрена. Тут иногда летают монстры, называются кирки. Кирки, топоры, лопаты, такие монстры летающие. И из них можно получить инструмент. О, видите, как ходит. Так, теперь заходим. Закрываемся, это убираем. Так, что мне не подлежит? Все. Возвращаемся. Так, мне вот это вот сюдемус. Вот таким макаром их можно убивать. Но H. Правда, мне еще светло. Сколько что у нас? Санрайз. Еще кого-то можно попробовать за... Это вот эти... Обзрывали мне всякие... О! Чувак есть... А нет, это не то, что я думал. Есть еще тут такой мод на зачарование себя. Вот он. Вот эти Ability Bottle. С помощью их, если у вас есть опыт, вы можете себя как бы чаровать, насколько я помню. Вот. Из мобов выпадают такие Ability Totemы, вы их можете прокачивать. Так, я ничего нового не открыл. Что-нибудь не выпал. Ой. Вот.
То есть, ну, конечно, такое скажете, нудное объяснение, креатив, капаситор. Ух ты ж. Значит, у нас тут энергетик этот есть. Как его? Эндрайо даже есть. Ну, офигеть. Так, мы так можем узнать, что у нас есть. Это Lightning Jestic. Блин, Stone. Это Визаринч. Визаринч. Ну, это ботания, понятно. Рецепт. Еще мана буфер экстра ботании. Ну, довольно-таки, я сказал бы, не кислая такая сборка. Бак. Вот. А что у нас тут еще может быть интересный? Натура аура есть. Ботания, термал. Industrial foregoing. Понятно. Challenge quest. Это я тут что-то сделал. Enchanting room, building gadget, grass, making grass. Вот, кстати, глаз из обыкновенного песка, которого он часто попадается, use. Мы сделать стекло не можем. Теоретически, да? Да, блин, не висни. Вот, из него мы сделать глаз не можем. Стекло у нас делается в этой сборке только из glassmaking. А я же как-то смотрел. Иди песок, короче, пишет. Вот. А мне надо. А, и тут очень удобно, что вот, допустим, вы сделали, вам возвращают. Сделали форму, вам возвращают. Сделали оборудование, вам возвращают больше копера. То есть добыча ресурсов тут не особенно так и сложно. Вот. Как видите, я он сделал, у меня он уже 40 копера. Но надо вот этих вот намыть, чтобы закрыть вот этот вот. Я их, правда, наггетсы нашел, но я их использовал. А потом увидел, что есть задание. Вот. Ну и тут вот, в общем, идете по квестам. Вот вутаж есть, который надо вот в этой вот. Но я не помню, как ей пользоваться. Как-то надо обжечь, по-моему. Сабмил там, блин. Wooden ash добавить. Pot of ash. 4 эша надо. Вот, что меня ждет. Вот, ну еще меня ждет медная жила. Так, вот там какие-то мобы ходят. А это что такое? И для она используется. Угу, понятно. Вот. Теперь в режиме игры. Так, тут сейчас, наверное, пропадут все. Или нет? Это баран. Баранов не трогаем. Никого не видать. Ботания мне пока не интересует. Тут типа. Ну, это глюк. Вот тут где-то. Это что, платина? Здесь где-то у нас. А, вот у нас первый визарди, и тут где-то у меня пшеница росла. Я хочу забрать. Пшеница. Тут же была где-то. Я две забрал, одна. А, вот она. Созрела пшеница. Спасибо. Где я хожу? Показывают, что до хрена кого-то есть. О, привидение. Спрятался, да? Попробовать ту штуку раскочегарить. Я даже не знаю, как она там работает. И что это вообще такое? В реальном времени. Там ящички есть. Меня он интересует.
Можешь эту хрень расфигачить. И все. Так, я не знаю, мне это надо, не надо, но мы это все забираем. Оу. Где ты там? Ой. Ладно, извиняюсь. Бегим. А их там нехило. Так, мне надо попить и поесть. Попить. Ест. Я не знаю, может я не буду дальше играть. Может когда-нибудь, когда пройду какую-нибудь сборку, вот эту начну. Мне она довольно-таки понравилась. Так, этот жареный. Тут я нашел деревеньку такую из какого-то сборки. И тут он у нас вот есть... Фурненс, потому что Фурненс, ну, делается довольно-таки сложно, рецепт, вот, нам надо сталь, чаркол, вот эти смочат, то есть вы не скоро ее получите, вот, также у меня тут где-то что-то где-то было, так вот, танин есть, виски, мне за что-то дали вот эти Starberry, но они уже испорчены, поэтому их пользовать не могу. Так, все, что связано с едой, это тут. Не, не, это не еда, это что такое? Stone Tablet Usage. Не знаю, что такое. Это надо изучать. Magic Crystal Shard. Small Flask. Это что? Электросовизарди. Это что-то можно будет делать, да? Spark Bomb. Spillbok. То есть Locket Bok. Магик, ну. Магия, короче. This is magic. Так, у меня 20 ниток, а чтобы их залумить, надо 24. То есть еще надо собирать. Пейпа — это хорошая штука. Еда у нас есть, это нашел в деревне. Йота, деревня где-то ж была. Здание. А где я нашел? Где я вообще живу? Так, где я живу? Нет, не то. Hello. День. А, вот я живу, где-то вот тут вот шел. А, вот она, деревенька. А вот он, этот Визарди и этот Страж. Вот тут вот деревеньки живут жители. То есть можно будет с ними торговать, если что. Тут какой-то лес какой-то хитрый, я не знаю. А тут у меня, оказывается, секвой живут. Ну, если кто будет играть, вот это что такое? Не знаю. Вот. То есть вот такая интересная игра. А, и в деревеньке это, и нашел кровать. И теперь я могу спать. Вот, ну, я полагаю, что, йод, мне быстрее всего из этой конуры, в которой я сейчас нахожусь, где-то, вот она. Ой, тут что-то запрятано. И тут. Я думаю, вот сюда куда-то переселиться. Тут надо будет построить дом, благо вот этих всяких камней тут хватает. Мне стало интересно, что там такое. Это там где-то. Еще один этот страж, что ли, я так полагаю. Вот. Ну, тут биом не очень такой, честно говоря. Потому что еще один страж. Да? Вон он. Еще один стражник. Я так полагаю. Да? Еще один. Твою ж налево. И еще что-то где-то видел. Там Визарди, вот тут что-то. Тут вот есть Габро, не знаю, надо оно вам, не надо. Вот. А, это вот, строительный блок. Вот, опять же, вот эта вот штукенция с этими чуваками. Не, не надо так. Ну, тут вот, а, не, думал, медь. Вот.
То есть много мыла, но толку никакого, да? Ладно, народ, тогда на этом заканчиваю. Тут я камни добывал для того, чтобы сделать вот эту вот кьюерн. Вот, а на этом тогда заканчиваю. Не буду я вас тут мучить своими разговорами лишними. Так, это вообще-то сюда. Краб есть. А, мимики есть тут даже. Вот. Ладно, он не катит. О, подождите, я же его сейчас могу зажарить, да? Да, я могу засмелтить. Это хорошо. Засмелтить. Я же их столько имею. Так, а смелтить я вот таким могу или нет? Нет. Наверное, только лак досками. Ага. А хотя подождите, у меня же палочки есть. Одной палочки не хватает. Одной палочки не хватает. Так, это. Ставим бревно. Вот это. Берем кувалду, и насколько я помню, сколько? 8. Отлично. 8 стиков. И краб. Вот, ура. Основные инструменты, кто не знает, Terraferma Craft, это пикакс, копперсаф, и чизел и кувалда. Чтобы что-то чизлить, берете это сюда. Там есть режимы всякие, вот можете чпок зачизлить. И эти камни не упадут уже. Дай. Дай, говорю. Вот. Чизленные камни, они не как это их можно использовать как ну, для строительства всякого. А чего он сжег меньше? Ура! Эти вот выпадают из мимиков. Ящики мимики. А ящика мимика может упасть и вот это, и это. О, какой-то слизненок идет. Так, пожрат есть. А если мы это... То есть это мы можем съесть. Давайте попробуем. Потому что я тут оттраванулся уже. Где этот? Слизь. Морковку принес. О, прям террария какая-то. Вот это вот опасно. Он подпрыгивает, падает и взрывается. Крипер. Ладно, на сих все. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в следующих сериях на другой. Не забывайте, что я могу пропасть. Спасибо. Пока.